Всем привет! Сегодня мы проводим короткий видеообзор, а именно остановимся в основном на установке программного обеспечения и адаптации вашей камеры к телефону или к вашему любому мобильному устройству, на которое вы установите это программное обеспечение. Камеры SamTec модель IP9013, это Wi-Fi IP камера с разрешением 720p. В принципе, отличное разрешение для того, чтобы использовать ее в домашних условиях. Лично скажу, в моем примере я использую ее более чем полгода вместо видеоняни. Таким образом, я слежу за поведением своих детей, я слежу за няней, которая работает у меня, потому что в этой камере есть возможность просматривать как онлайн съемку, так и есть возможность записывать это на SD-карту, записывать видео на SD-карту с поддержкой до 32 гигабайт и потом пересматривать в случае чего. Эта камера работает со всеми мобильными устройствами и компьютерами. Это Android, iPhone, iPad, Windows PC, собственно, Macintosh, да? В чем еще прелесть этой видеокамеры? Здесь есть поддержка двухстороннего аудиосигнала. Вы слышите, что происходит, и видите на своем мобильном устройстве либо компьютере, что происходит в зоне действия камеры. В то же время вы можете произнести, зажав определенную кнопку, и произнести свое речь и голосовое сообщение, и его услышат в том месте, где находится эта видеокамера. Долго останавливаться на технических характеристиках не буду. Все устанавливается довольно просто через QR-коды. Вы ставите мобильные приложения, либо стационарные приложения на свои компьютеры. Давайте, наверное, больше остановимся на самой настройке камеры, прописании и регистрации своих учетных записей, потому что именно эти вопросы задают наши клиенты больше всего. Так что давайте начнем. Камера выглядит вот так. Она очень минималистична, у нее прекрасный дизайн. Я считаю, что это очень классное действительно решение. Из всех решений, которые мы видели на выставке, мы обошли очень большое количество производителей именно видеокамер IP Wi-Fi, которые требуют минимальных знаний технических для того, чтобы настроить, установить и пользоваться дома, в офисе, на складе. Мы используем их практически везде. И на складе, и дома, в офисе следим за нашими сотрудниками. Установить эту камеру может любая домохозяйка. Извините, что так, конечно, говорю, но действительно никаких знаний для этого не нужно. Ее нужно включить в розетку, нужно подключить к точке доступа Wi-Fi, после чего мобильное приложение само поймает эту камеру, найдет ее и установит контакт с ней через мобильное приложение. Так, переходим к самой настройке. Сегодня мы говорим об установке программного обеспечения для мобильных устройств, а также для ваших стационарных компьютеров, да, для программы, для видеокамеры фирмы SamTec. Модель этой камеры IP9013, это камера с разрешением 720p. Очень классная, минималистичная, с классным дизайном камера, очень удобная в использовании как дома, на работе, в офисах, на складах, где угодно, да, может быть использована. Сейчас мы поговорим более детально о программном обеспечении, которое устанавливается через QR-линк, да, который находится на упаковке. После установки программного обеспечения на платформу iOS или Android у нас появляется в приложениях, вот у меня написано видеонаблюдение, это SamTec Application и аналогичное программное обеспечение с таким же функционалом UC, да, но мы будем говорить о фирменном программном обеспечении, потому что оно написано конкретно производителем под эти видеокамеры, да, вот. Итак, заходим в программу. Что мы видим? Да, в первый раз, когда вы зайдете в программное обеспечение, у вас предложится, выпадет окно, да, с регистрацией, вы привязываете свою электронную почту, свой мобильный номер телефона, вам приходит сообщение на электронную почту с подтверждением регистрации. В общем-то, ничего нового, все как обычно, процесс регистрации происходит как обычно во всех социальных сетях и программах, да, вот.
У нас появляется окно девайс-лист, да. Внизу вы видите, итак, давайте по функционалу программного обеспечения. Внизу у нас есть кнопочка «Device». Внизу у нас есть «Message». Это вот здесь видно, когда у нас были сообщения. «Motion Detection Alarm», да. Это говорит о том, что камера автоматически включалась в тот момент, когда она фиксировала видеодвижение. Тут стоит датчик движения, который включает видеокамеру, когда происходит движение, да, и вам приходит сообщение на телефон о том, что камера включилась. Да, это очень экономит, кстати, трафик, если вы 3G пользуетесь. Это экономит карточку на 32 гигабайта, которая у вас стоит и постоянно производит запись на жесткий носитель, да, которая работает в режиме как видеорегистратор в автомобиле. По кругу, да, залупованное получается у вас такое видеоизображение. Когда заканчивается, начинает стирать предыдущие моменты. Вот у нас есть папка Images. Это фотографии, которые вы можете делать также с телефона. Можно посмотреть, тут у нас дети дома, да, вот я рассказывал. В общем, можно сохранять фотографии, да. И информация, более эта информация с вашим аккаунт инфо, по программе, установка Wi-Fi через QR-код и логаут, да? Ну, давайте, наверное, все-таки вернемся к установке самого устройства. Есть возможность установки нового устройства через нажатие на плюсик, да? Есть установка через SmartLink и через мануал. Мы будем говорить о SmartLink, потому что он действительно самый простой, самый удобный из всех вариантов, предложенных программным обеспечением. Мы заходим, нажимаем на кнопочку SmartLink. На камере мы нажимаем на задней панели кнопку Reset коротко, потому что при нажатии этой кнопки с задержкой мы сбрасываем все настройки видеокамеры. Когда мы нажимаем кнопку коротко, мы переходим в режим конфигурации. В данный момент мы ожидаем звука, как и пишут на экране, это DDD Sound, да? Вот теперь мы можем перейти к самой настройке нашего Wi-Fi точки. Вы видите, что подвязалось сразу же название моей точки доступа домашней. Сейчас мы прописываем пароль на эту точку. Вот, нажимаем Next, и в данный момент происходит соединение через мобильное приложение, да, через роутер, и сигнал идет на видеокамеру, и происходит процесс подвязки видеокамеры к роутеру. Давайте подождем, да, немножко подключится камера. Итак, мы видим, как произошел процесс подключения Wi-Fi пароля, да, адаптации видеокамеры к роутеру. Видим надпись Setting Success, нажимаем ОК и переходим к установке пароля для нашей камеры. Вот мы видим название камеры сверху, оно указано и точно так же прописано снизу под камерой. Тут есть ID у камеры. Вот пароль стандартный на все камеры 123. Мы прописываем его. Если вы хотите поменять пароль, вы сможете это сделать потом, для того, чтобы иметь полный контроль и безопасность над своей видеокамерой. Мы нажимаем Next и ожидаем, пока камера пропишется, произойдет синхронизация телефона и непосредственно самой камеры. Итак, программа полностью установлена, камера уже у нас находится в девайс-листе, да. Это говорит о том, что камеру можно абсолютно спокойно начинать использовать. У нас есть кнопочка Play на камере, которую мы нажимаем. Включаю видеозапись, отключу микрофон для того, чтобы не передавался звук. Итак, мы видим, как
двигается, да, видно. В принципе, картинка стабильная, очень хорошая. При достаточно хорошем освещении она имеет высокое разрешение, да. Этого более чем достаточно для домашнего использования. Вот обратите внимание. Вот давайте повернем сейчас немножко ее. Вот, к примеру, куда-нибудь в бок, да, отведем ее, поднимем вверх. То есть все абсолютно работает, очень удобно, да. Просто незаменимая вещь при удаленной работе, когда руководитель, допустим, находится где-то в командировке, да, а в офисе сидят люди и работают или не работают, вот тут вопрос. Либо следить за детьми, поставив детское, либо просто использовать в качестве безопасности и надежности о том, что дома все в порядке. Это незаменимая вещь. Поэтому я считаю, что must have, да, при том, что очень красивый дизайн, она очень минималистична, маленькая, настройка просто удобная, очень быстрая. За 10 минут вы имеете возможность подключить, установить программное обеспечение и уже пользоваться камерой сейчас. Вот. Поэтому давайте, наверное, будем завершать этот обзор. У кого есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях своих, да, внизу. Мы ответим на все ваши вопросы. И о всех наших новинках мы будем сообщать вам по мере их поступления.